Всем привет, с вами снова Женек, и сегодня мы продолжим проходить игру Sheepdog & Wolf. И на очереди у нас 8-я серия. И осталось 4 овцы. Как я уже говорил в конце прошлой серии, нам открылся уровень. И картинка была пляжа, по-моему. Так что будет интересно, я думаю. Заморочился на предыдущем уровне. Чё-то вообще. Так, ну и вот. Какой 13-й, да? Да, 13-й уровень. Погнали. О, как. Ничего себе. Забаррикадировался Сэм от нас вообще. По самой небалуй. Катапульта, ну, блин. Подзаморочиться придется, видимо. Крокодилище. Так, тут что? А, там пиранья. А тут ничего. Или подожди. Или что-то там есть. Что это такое? Вау. Прикольно. Осторожно, мина. Так я и думал. Проверим удачливость. Не, не прокатит. Ладно. Так, это что мы делаем? Отлично. Ай, заново их все. Итак. Так. И чё? Видимо, это как-то потом, скорее всего. Сейчас мы пойдем тогда уж настраивать катапульту. Да, нас ожидает крайне веселая серия. Так, а как ее настроить-то? С этой стороны? Где она вообще настраивается? Где она настраивается-то? Ну-ка. Ну, вообще просто. Так, мы как-то настраивали его, помните же? А, во. Так. Сейчас запульнем. Как-то неаккуратно нашу овечку положили. А! Хедшот! Так, надо быстрее, скорее. О. Так, отлично. У нас есть. Ага. Теперь мы. Понял. Мы взяли что? Мы взяли вентилятор. Теперь мы едем. Поедем, точнее, на той штучке, да? Так. Ох, блин. Погнали. Камера. Ну все, да, нормально вроде должно вытащиться. Иди сюда. Так, подожди, а как нам ее разбить? Как нам разбить ее? Кинуть? Отлично. Что-то мы там еще получим. Миноискатель. Да, миноискатель. Все по плану идет.
Все идет по плану. Так. Аккуратненько. Ой. Подожди. Как? Нормально, 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 идем. Так. Подожди-ка пока. Блин, господи, во, я испугался. Нет. Нет, нет, все нормально. Мы же взяли, да? Нет, не взяли. Я думал, тут полегче как-то все будет. Да, блин, бери пока. А, погоди. Да стой. О. Теперь нам туда надо попасть. Понял. Да блин. Как нам туда попасть? Нифига не понял. Да ё-моё. Господи, блин. А! Так, ладно. Так, уже овечка там лежит, да? Так, а если отсюда зайти? Получается одно и то же. Блин, ну никак вообще не проходит. Значит, дальше что-то. Ага. Ой. 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 Да блин. Пипец вообще. Опа, смотри-ка, он там две овцы носит под руки. Так, положил. Что там голову чешет? Опа, куст. Каждые 30 секунд я буду двигать овец. Если будет на одну больше или одна попадет, я изобью всех, кто окажется в моей зоне. Сэм. Забьешь ты, ёпты. Что это такое? О, как. Ой, он бежит, бежит, бежит. Господи. Угу. Интересно, интересно. Сюда, да? Она сейчас на куст пойдет. Дура! Отстань!
Сейчас им темный устроим. Не сюда. Капота, капота. Эй, парень. Услышал, да? Ладно, ладно, не будем с ним шутить, все понял, хватит. Тихо, фу, тихо. Блин. Просто так кустик вырос. Окей. Господи. Может, это несчастливая сторона какая-то? Может, так лучше будет? Несет, 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 все нормально. Я говорю, левая сторона несчастливая просто. Привет. Как дела? Не против? Так, что тут есть, что тут есть? Быстрей, быстрей. Секундомер. Вот это я четенько. Нужен салат. Я понял, нам нужен салат. Ну вообще ничего подозрительного. Да. Блин, камера. О, господи. Пошли, пошли, пошли. За мной. За мной, быстрей. Быстрей. Друг. Друг. Ну и пошла это. Так, что нам надо? Мы взяли много салата зачем-то, я не знаю. Пойдет? Блин, надо было выложить дорожку, короче, я понял. Погоди. Не против? Так, ладно, все. Все, 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 я понял. Или нет? Давай ложить, дебил. Бля. Слишком близко я подобрался к логову. Так, чё? Еще раз. Понимаете? Так, это опускается, да? Блин, нет, стой. Надо, короче, здесь делать. Надо выложить здесь дорожку, пока он там.
к кнопке. Он же овцу заберет, овца потом с кнопки слезет. Получается. И мы уедем. Ладно, ждем пока. Ого, понес. Даже вот так вот на. Не, воровать овец — это у меня в крови. Это определенно. Давай, давай. Давай, иди. Иди. Да куда они? Туда. Ладно, туда пошла к нему. Отлично, отвлекает внимание. А кто быстрее теперь? Забирай. Забирай их, Сэм. Уводи. Ай, блин. Ладно. Все, забирай, забирай. Ровный смех. Отлично. Что нам надо? О-о-о. Погнали. Погоди-ка. Назад. Да вот тут припаркуемся пока. Что у нас здесь? Не? А, это назад запрыгивает. Блин. Меня съели, да? Где? Кто? Да, пиранья съел. Господи, нет, нет, блин. Быстрей, быстрей, быстрей. Все. Блин. А. Надо было вернуться. Нет. Ехал же, блин, все спокойно. Во-во-во. Схватили. Доверить нельзя. Господи. Сэм. Такие тупые овцы, господи. Ха-ха. Не, давай быстрее, вот так вот будет, мне кажется. Чем ждать эту. Блин. Что я делаю не так? Почему они пошли ко мне? Будем здесь сидеть. Все правильно? Нормально. Бежит к нам, да? Как у
Он, блин, а, уже задолбал меня. Бесит. Ладно, хватит херню сниматься. Ложи, давай, иди, иди, давай быстрее. О, видишь, а та-то умная сразу туда. Все, засели. Забирай, забирай их. А! Блин, думал, мимо еще промазал. Все, ладно, погнали отсюда. Да хоть плыть-то. Господи, я даже не знаю, куда же плыть. Остановись, давай осмотримся. Воу. Ладно. Не-не-не-не. Да, вот это он забаррикадировался, это неплохо. Ничего не скажешь. Ой. Воу. Воу. Стой. А! Блин. Охренеть. О, господи, да ты издеваешься. Так, ну и в принципе я спустя полчасика, блин, помаявшись, кое-что нашел интересное. Я думал, почему ли на песке не остаются следы наши, как на снеге, помните? В одной из серий. А все просто. Я не понимал, для чего та вода сначала, но стало ясно то, что смочив ноги в ней, мы оставляем следы на песке, но ненадолго. И в итоге, немного помучившись, конечно, но я поставил туда камень просто-напросто. Вот. И у нас теперь, как сказать, овца есть, надувная только. Но мы помним то, что здесь написано. Вот это вот. И, конечно же, мы будем осторожны. И понятно теперь, конечно, для чего тут лифт. Так, давайте разложим. Погоди. Ай. Так он идет, да? Ладно. Давайте быстрее будет все же, чем ждать. Сейчас мы, в принципе, все и сделаем. Начал я заново просто. Потому что реально тут пипец какой-то был. Так, быстрее, быстрее. Ложи уже. Успеваю я. Сделаю
сделал все, что мне нужно, так что подождем. Окейюшки. На кнопку вставать будем мы сами. Наверное, получается, да, в кусте встанем. Так, давай, неси их отсюда. Надумаем. Надуваем овечечку нашу. Если это не получится, тогда я реально не знаю уже, что делать тут. Поверни же. Так, все, поехали. Чего такое? Не, ну а чего случилось-то? Так, давайте еще раз попробуем. Я не знаю, вот так вот все же сделать. Ну блин, ну а зачем мы ее притащили сюда? Я не понимаю. Лично. Давай салат, блин. Так, бляха. Ай-яй-яй-яй-яй, успеем. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то пошло не так, друг. Давай, запрыгивай. Еще он отвернется. О, господи, давай. Сбирай их нахер, пожалуйста, бля, чувак. Я уже умаялся. Серьезно. Да, взял. Господи, уваливаем отсюда к чертям. Уваливаем просто. Так, мы знаем то, что там жопа, да? Ну да ладно. Надо быстренько проехать. Блин, если меня сейчас собьют, и все заново, надо будет начинать, это будет просто пипец. Давай. О, господи. Давай, 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 давай. Ой, блин. Пляж давно здесь пиратов зарыли по золотой монете в песок. Думаю, что найдут дерево с монетами по возвращении из тюрьмы. Так. Тюрьма, две кнопки, два человека, дверь открывается. Так, опа. Что это? Вот так попадем туда. Еще один миноискатель. Может скомбинировать, может. Нет. Так,
такое? Было наверху. Так, ладно. Ай. Камушек. У нас же есть камушек. Десять монет нам. Видимо, надо их найти как-то. Или что? Ты кто, друг? Ты стрелял, блин. Эй, ты! Тупая сухопутная крыса! А ну, вали с моего корабля! Никто не смеет его трогать! Может, я и потерял золото, но у меня есть мой корабль! Единственный, кого я подпущу к своему кораблю. Так, надо, видимо, да, понятно. Надо найти нам монеты. Они где-то на пляжу, да? И отдать ему, и он нас пустит. Может, не нас пустит. Так, одна есть. А. Одна, то есть их 10 там говорили нам. О, по всему пляжу, если так это ходить, это пипец просто. Они будут же валяться, я просто хотел бы все сначала найти. Так, 3. Я думаю, если мы их нашли, да. 4. 5. 9 и последнего, где бы нам её отыскать-то? 10, отлично. Все, убираем нахер. Меня этот звук уже угнетает. 3. Пошли, дадим. А, это все, я понял, отстань от меня. Вот нам монеты. Эй, ты! Блин, я думал, ты что-нибудь новое скажешь. Ну чего? Есть тут, нет? А, и чего нам делать? Пошел в шоп, блин. Ну чего ты? Не хочешь монет? Чтобы вытурить с корабля как-то надо. Может, намутить, он стесняется. Ха. Да блин. Ай, блядь. А. Так. Понял, он не хочет на нас реагировать. Давай-ка мы, знаешь, что сделаем.
выложим дорожку. Тюрьма же открывается, правильно? Бегу сюда, да. Давайте так поступим. Скотина не хочет нас пускать по-хорошему. Придется его опять и запереть. Монеты его и погубят, как говорится. Так не говорится, правда? Нам же еще сначала вот сюда надо. Блин. Немного это, да? Ладно. Не, хотя это оставить бы можно было. 4 монеты осталось, бляха. Так, вообще. Погоди. Ходи, ходи, чувак. Все? Далеко, да? Где она? Где эта монета? Еще и заново искать, что ли? Не заново предлагаешь искать? Где его искать? Что тут? Какая из них это была хотя бы? Так, погоди-ка. Может, мы и без одной монеты сможем что-нибудь предпринять. Нам будет сюда и как-то... Тогда вот эту можно подальше вот так вот вообще оставить. Хотя нет, давай так вот оставим все же. Да отвали я. Проканает. А вот это далеко, да? Стой. Блять. О, господи. Ну, где эти монеты-то будут? Я не понимаю. Так.
скотина. Сейчас я тебя засажу. Так, вот идет он. Наконец-таки, блин. Давай, подлец. Все, нахер. Что скажешь теперь-то? Думал, сможешь надурить старину Сэма, а? Что ж, теперь ты за это заплатишь. О, господи, он стреляет еще. Охеревший. Пошел нафиг. Так, что такое? Супер пушка зарядить, стрелять. Куда чего? И там овца нарисован, чувак. Хочешь стрелять? И чего? Ух, как. Такой поворот событий уж точно не упоминается. Офигеть. В моем контракте. Кто-нибудь поможет утке в форме? Ну и что теперь делать, а? Так вот, сойдет или нет? Фактически овца была повезена внутрь ворот. И она сейчас там находится. Так что она должна быть засчитана. Разве не так? Еще одна победа нашего героя. Браво! Хорошо, хорошо, наконец-таки, блин. Геморройный уровень. Очень геморройный. Так. 3-2 должно же быть, нет? Ладно. Окей. Так, ну и на этом все. С вами был Женек. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится мое прохождение. Всего доброго, до встречи.